Ну, на самом деле, семейные фильмы детские периодически у нас пытаются снимать. Но это идет спонсоры Sony, та же самая компания, да, Disney. Вот недавно сейчас снимали тоже там 10 новелл диснеевского фильма. Но, насколько я помню, не совсем уж такой детский. Снимали «Макс» сериал, «Сбермакс», по-моему, назывался. Но он тоже был переделка с американского проекта. Почему не снимают советское кино, российское кино, детское, мне кажется... Еще раз давайте еще момент. Почему не снимают? Почему не снимают российское кино? Я думаю, что потому что, ну, там рекламу нельзя вставлять по законодательству. Давайте еще раз. Да, еще раз, да. Почему в России не снимают детское, юношеское кино, кино для семейного просмотра? Поехали. Почему не снимают детское, юношеское кино для семейного просмотра? Ну, во-первых, потому что по закону нельзя вставлять рекламу. Реклама – это как раз то, за счет чего живут многие сериалы. Средства из государства, я, насколько знаю, тоже не сильно на это дело выделяется. То есть здесь все-таки должно государство выделить на этой цели деньги, и сценарии должны быть одобрены, скорее всего, через них. То есть не пускать это на самотек, это не должны быть американские какие-то фильмы, это должны быть именно вот такие вот воспитывающие наше поколение, подрастающие, советские, русские фильмы.